Калифорнию, участник хэдап и хэддаун рекордов России, обладатель рекордов Калифорнии по кукольному пилотированию. Также, дорогие друзья, хотим представить вашему вниманию уважаемых коллег, чье мнение для нас также является не менее важным. Сергей Кузнецов! Между прочим, один из пионеров аэротрубного бизнеса в России. Человек, который начал летать в аэротрубах еще до того, как они появились в нашей России. Влад Синютин! Человек, который занимается развитием дроп-зоны Танай, является коучем по полетам в небе и в аэротрубе. Многократный участник российских и мировых соревнований по свупу. Друзья, также на данном мероприятии присутствуют гости и партнеры из разных городов и стран. Ну что ж, давайте с ними знакомиться. Асхат Жаншойнов, Казахстан, работает над идеей установки аэротрубы в городе Караганда. Я думаю, что на данный момент он тоже работает очень упорно и серьезно в питерском аэропорту. Друзья, к сожалению, не смог до нас добраться Асхат, но я думаю, что мысленно он с нами. Максимов Сергей! Работает над идеей установки аэротрубы в городе Оренбург. Михайлов Илья! В городе Набережные Челны также, я думаю, появится аэротруба. Ну и, наконец, представитель франшизы аэродинамических труб SkyFly Алексей Комиссаров. Друзья, пусть также прозвучат аплодисменты другим участникам мероприятия, которые заинтересованы в развитии аэротрубного бизнеса не только в России, но и в других странах. Итак, друзья, я думаю, что одних имен, сплошных регалий будет недостаточно. Давайте гораздо ближе знакомиться с каждым. Я с большим удовольствием хочу предоставить слово соучредителю компании FreeFly Technology Владимиру Топочханову. Под ваши аплодисменты. Здравствуйте. Ораторское искусство не мой конец. Пришлю по бумажке, хорошо? Присутствующих знает давно. Предстоит познакомиться, подружиться. Но тем не менее, я очень рад, что удалось собрать такое количество людей, что у вас нашлось время приехать. В первую очередь, хотел сказать спасибо Роману Плетневу, Александру Владимировичу Плетневу, за то, что они, применив свои инженерные знания, инженерные возможности, действительно выдающиеся способности, сделали такой высокотехнологичный продукт, с одной стороны, а с другой еще очень даже эстетичный, что тоже выгодно отличает от других аэротруб. Хотел немного рассказать про наши принципы и стратегии.